Guten Morgen, мистер Рихард Труман. Первый вопрос. Вы уже третий раз приезжаете в Россию на тренировочный лагерь. Sie sind schon drittes Mal hier in Russland beim Trainingslager. Вам здесь нравится? Und wie gefällt euch hier? Wenn es uns nicht gefallen würde, würden wir nicht wiederkommen. Es ist sehr gut hier. Если бы нам не понравилось, мы больше бы не приходили. Здесь очень хорошо. Какую цель вы ставите, когда приезжаете вот на такие тренировочные лагеря, в том числе и когда приезжаете в Россию? Welche Ziele haben wir hier in Russland? Warum sind wir auch eigentlich hier beim Trainingslager? Russische Junioren-Nationalmannschaft ist eine der stärksten in der Welt. Juniorская команда России одна из самых сильных в мире. Sie haben eine große Masse an guten Judoka. И в России очень много спортсменов, которые на высоком уровне занимаются дзюдо. Und für uns ist immer wichtig, starke Trainingspartner zu finden. Es ist also самое важное, чтобы у нас спарринг-партнеры сильные были. Und wir kommen auch mit einer guten Mannschaft und dann können beide Seiten profitieren. И мы пришли с самой лучшей национальной сборной Германии и думаем, что и русская команда, и мы профитируем для этого, что мы вместе тренируем. Вы были одним из лучших и до сих пор являетесь мастеров техники Неваза. Sie sind einer von den besten Sportler, und besten Trainer, die in Neваза Techniken kennen und vorzeigen können. Und ihr sind eine große Experte in Неваза. На ваш взгляд, почему в мире так мало сегодня уделяется внимание именно Неваза и мало спортсменов применяют эту технику? Und ihre Meinung, warum Sportler nicht so viele Неваза machen? Warum ist das so? Also eine Weile war das Problem, dass die Medien geglaubt haben, Неваза ist nicht so spektakulär. Deswegen haben die Kampfrichter wenig Zeit gegeben. Первое мнение, что он думает, что думали, что Неваза не так аттрактивная, и такое правило было, что судьи не отдали времени, чтобы лежа боролись. Das hat sich jetzt geändert. Сейчас это променяли. Auch weil man zum Beispiel beim MMA sieht, dass die meisten Kämpfe in Неваза gewonnen wird und sie haben große Einschaltquoten. Сейчас, как появилось ММА, они отдали и видели, что все схватки и лежа заканчивается, и быстро заканчивается, и что это стало аттрактивно. Aber ich denke, es liegt auch daran, es sind junge Sportler, und junge Sportler lieben den Standkampf mehr. Jemand spektakulär zu werfen, ist für sie oft schöner und wichtiger, als am Boden zu gewinnen. И Рихард думает, что молодые люди любят больше стойки бороться, потому что это аттрактивно и больше удовольствия, если кого бросаешь, чем боевые делаешь. Bodenkampf tut auch weh. Das ist sehr hart. Лежа борьба, она очень-очень сильная и такая, что производит боль. Und wenn sie älter werden, bei den Erwachsenen, verstehen sie oft, wie wichtig es ist. И когда они старше будут, они будут понять, как самое важное, что и борьба лежа очень-очень важная под судо. Эффективно. И эффективно. Manche Kämpfe kann man nicht im Stand gewinnen, aber man kann sie am Boden gewinnen. Многие схватки или борьбы, которые на мире и на Европе, не можешь решить стойки, шайм, лёд. Aber es dauert, bis die Jungen das verstehen. Ну, надо времени, чтобы юниоры и юноши это поняли, что лежа, борьба тоже самое важное. За последние годы в соревновательном дзюдо много изменилось в правилах. Letzte Jahre haben die sich Regeln ganz oft irgendwie
verändert. На ваш взгляд, это положительная тенденция? Was denken Sie, werden die Regeln wieder ändern oder bleiben die so, wie sind? И что нравится вам в этих изменениях, а что не нравится? Und was gut, eure Meinung, bei den jetzt neuen Regeln und was nicht so gut? Das ist eine Frage, die ist sehr, sehr, auch sehr politisch, weil unsere Führer im Verband denken, sie machen das richtig so, wie es ist. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Это, что вы спрашивали, это политически неудобно сейчас рассказать, но наши президенты и наши, которые наверху сидят, думают, что сейчас это правило хорошее. Oftmals ist die Idee gar nicht schlecht, aber man hat nicht überlegt, was, wenn man, das ist wie eine Maschine, wenn ich irgendwo ein Rad rausnehme oder tausche, verändern sich ganz viele Dinge. Das ist oft nicht zu Ende gedacht. Они правила так променять, потому что думают, что будет здорово, аттрактивно. Но это, что они убрали, это как в одной машине, если ты одно колесо убираешь, машина не идет так, как надо. И они не думали до конца, что делать, когда одно колесо уберешь. Man kann über vieles sich ärgern und schimpfen und sagen, oh, das ist nicht gut oder das ist schon gut. Das kommt darauf an, wer man fragt. Можно сказать, что, и многие говорят, это нехорошо, это не так, это не так. Но дзюдо идет дальше. Aber Judo ist immer ein bewegliches System. Und wenn bestimmte Dinge verboten werden oder rausgenommen werden, entwickeln sich gute Athleten und gute Trainer entwickeln neue Lösungen. Если дзюдо такое комплексное спорт, что если что уберешь, тренеры и спортсмены придумают что-то там новое. И опять, чтобы оно было интересное и аттрактивное. Deswegen denke ich, das eine ist die politische Ebene, aber das ist nicht unsere Ebene. Wir sind Trainer. Это, что вы спрашивали, это политика, а мы тренеры, и мы будем делать, как они правила делают, мы будем себе устраивать, чтобы наши спортсмены успешны были, чтобы дзюдо было аттрактивно. Wir müssen überlegen, was sind die Regeln, wie sind sie jetzt und welche, wie können wir damit am besten umgehen, wie können wir innerhalb dieser Regeln Erfolg haben. Значит, мы всегда думаем, когда новое правило есть, что нам надо делать, чтобы наши спортсмены успешны были, чтобы все сделали, чтобы выиграли. И последний вопрос. Кого вы считаете лучшим спортсменам дзюдо во все времена в мире, на ваш взгляд? Jetzt eine Frage. Wer ist für euch der beste Judoka in der Welt aller Zeiten? Das ist auch eine schwere Frage, weil man nicht alle Zeiten so überblickt. Это очень сложное, что вы спрашивали. Человек не может сказать за всех времена, кто самый лучший. Времена, в эти времена этот был, в эти времена этот был. Но хорошо, я немножко изменю вопрос. Кто по технике борьбы... Кто по технике борьбы, значит, Рихарду больше, ну, как нравился или нравится вот сейчас? Wer jetzt момент ist für dich die beste Techniker in Welt, der so im Kämpfen das beibringt. Конечно же, немецкие дзюдоисты. Мы не будем сейчас говорить о немецких дзюдоистах. Говорим. Wir haben die letzten Jahre hat nicht mehr diesen Erfolg gehabt, den на 12 бросков, который различный, да. Der Judoka, der mich am meisten beeindruckt hat in meiner Karriere, war Jeon aus Korea. Когда он боролся, Рихард, его время, его как фасцинировал Jeon из Кореи, кореянец. Er war
erst bis 78 Kilo Weltmeister, dann bis 86 Kilo Weltmeister, dann Olympiasieger und dann nochmal bis 90 Weltmeister. Und до 78 чемпион мира, потом 86 чемпион мира, потом Олимпийские игры выиграл и потом еще раз чемпион мира до 90 килограмм. Und er hat Judo, er hat eine ganz klare Struktur, eine klare Idee gehabt. Rechtskämpfer, Linkskämpfer, greift so, greift so, greift so. Er hatte für alles einen Plan und eine Lösung. У него была очень хорошая структура борьбы и у него было для каждого борца, как он его может бросать и как надо брать захват, чтобы он выиграл. Er war für mich ein super Beispiel, auch meinen Nachwuchsathleten zu erklären und zu verstehen zu geben, dass man viel nachdenken muss und dass man ein System braucht, nicht einfach nur kämpfen. Und потом Richard смотрел, как он борется и хотел и делал так, чтобы его спортсмены тоже так боролись и тоже такие профилы их были, чтобы они так решали схватки свои, чтобы выигрывали. Danke schön, Mr. Turmund. Wünsche dir Glück.